Красота требует денег. Высадка цветов обошлась в Ноябрьску в 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Ньюспром.ру со ссылкой на дирекцию муниципального заказа. Так, с начала лета было высажено более 90 тысяч единиц рассады. Из них около 81 тысячи в Ноябрьске и 16 тысяч в Ингапуровском. В Ноябрьске было разбито 18 цветников. В нашем городе традиционно наиболее масштабные работы по облагораживанию территории были проведены на аллее, по улице Ленина, в детском парке, на площади памяти, в сквере чернобыльцев и около храма и мечети. Не остались в стороне пешеходные тротуары и городские дороги.